National.
Если вы захотите сделать что-то из карандашей и эпоксидной смолы, то мы рекомендуем использовать смолу Art Eco от компании Экованна. Она имеет высокую текучесть и без проблем заполнит все пустоты между карандашами. Также хотим отметить, что у этой смолы очень высокая прочность и она не деформируется после застывания, что очень важно. Ссылку на сайт компании Экованна мы оставляем в описании к этому видео. Также мы хотим поблагодарить за поддержку наших партнеров, компанию Виктория, которая занимается производством высококачественной алюминиевой посуды. Очень скоро мы планируем снова посетить завод Виктория, и мы надеемся, что нам удастся воплотить еще один совместный проект. Ссылку на сайт компании Виктория мы оставляем в описании к этому видео. Ну а сейчас небольшой анонс о наших новых проектах. Мы уже запланировали несколько интересных видео, где главными героями будут массив дуба и, конечно же, эпоксидная смола. Пишите ваши отзывы в комментариях к этому видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.